Конечно, я не имею права никого бить, трогать и вообще себе позволять такие вещи, но, бля, это было пару моментов жестких очень. Ну, не в плане, что я забивала там или еще что-то, просто, ну, было, что я могла ее там швырнуть, ну, такое. Вот, ребята, я за вас задала вопросы. Я вижу, что вы хотите. Я просто хочу стать интервьюером, ведущим аукционного шоу, и это мой кастинг. Пишите вопросики, я все вижу. Я не знаю, там кто-то спросил, почему Аня Костина лайкнула какой-то рилс. А что там за рилс, я вообще не знаю. Что там за рилс? Я на Ларису не подписана. Я так сториз зашла посмотреть. Ну там какой-то был рилс, но, по-моему, это не ее, она просто его репостнула. А, да? Крис, ты с Олей поддерживаешь общение? Нет. И никогда не буду, сколько бы лет ни прошло, никогда абсолютно. Я вот недавно поняла, что, ну, я никак плохо не говорю про человека, но мы абсолютно настолько разные, я вообще не понимаю, что мы делали вместе. Вообще, я не понимаю, что меня, я, что за хуйня со мной происходило, что я так хотела быть. Рядом с этим человеком. Я не понимаю, но это никакая не любовь, клянусь. Ну, знаешь, блядь, у меня этого опыта за плечами. Заюш, там ебанешься вообще. Я в этом опыте уже, блядь, не могу разобраться, что было реальным опытом, а что было просто вообще ненужным. Короче, Я ребят, устала от своего опыта, мадам. я не знаю ни про какие рилсы, что там Лариса снимает, я не видел. Люди просто испугались. Она просто сама свою карьеру загубит, если мои нюцы выложит, блядь. У нас тут Жесть. Даша Каплан. Привет, Даша Даня. Каплан, привет. О, Даша, хочу выразить респект, вообще лютый за батл. Так охуенно это было. Такие панчи, я охуела вообще. Крис, ты встречалась с красоткой Моной? Было дело. Было. В ТГ-кружок там было видно, что там было видно. Какой? Вы реально, они сейчас играют надо мной или там какие-то нюцы уже летят, нахуй? Пока мы тут сидим, Сколько? там, наверное, вообще пизда. Не вот так, да. Крис, как поживает твоя девушка? Хорошо. Иди делай. Да зайди, что кто тебя там видит? Стесняется она. Не хочет с вами разговаривать. Вас слишком много. Охуеть людей, вот это пиздец. Просто два костыля. Реально. Жесть, вообще. Пиздец. Мне даже страшно знать, что там у нее в сторис. Мне очень страшно. Я клянусь, я так нервничаю, как будто... Ну, типа, все, что... Я знаю за себя все, что я делаю, просто... Я не уверена, насколько далеко она может зайти. Типа, там есть такая хуйня, типа, блядь. Она знает абсолютно все про меня, абсолютно. Мне не страшно, что это узнают все, мне страшно, насколько далеко она может зайти. Главное, что ты такой человек, что тебе похуй на все. Ну да, просто в интернете что-то про меня не было, я уже как-то, знаешь, до того к этому пиздец. Сейчас будет шумно. Да, на минутку. Горохова, ты мелочная тварь, верни деньги. Пизда. Или Хорошо, ладно. пидораска, я там звездочки, я могла Да там подставить уже буквы. и то, знаешь, там уже и то подходит, блядь. 3 дня тебе дает. Ага. Блядь, как коллектор, нахуй, 3 дня. Что вы так Это же... делаете? А что, если 3 дня пройдет, что, меня убьют или что? Бля, Нет, жестко. через 3 дня она
вылит грязь. Я заходила и видела эти сторис. Я надеюсь, что она успокоится, правда. И я уверена, будет нормально. Да, я уверена, что все будет нормально. Я надеюсь, что мы завтра обе придем в себя, и все это закончится. Но если нет, то я готова ко всему это, ну, пиздец. Ребята, кто на меня не подписан, подписываемся. Кто не подписан, на меня подписываемся.